Всем, сегодня я буду делать укладку для моей мамулечки вот такой плоечкой. Смотрите, продолжайте смотреть и подписывайтесь на наш канал. Учитесь делать кудри, как я. Ну что, начнем. Сначала нужно разделить голову на несколько секций, но я просто разделяю их по мере своей работы. Так, вот выделяю маленькую секцию. Когда вы делаете кудри, секции должны быть в диаметре приблизительно такие же, как и сама плойка. То есть не слишком большие. Если она будет больше, кудря будет некрасивая. Вот, поэтому берем вот такую небольшую секцию. Приблизительно она такая же. Вот, видите? Под корень постараюсь. Да, вот так. И закручиваю, перекручивая кудрю. Вот корень. Вот так вот держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. Вот так. Также я советую кудри закручивать в одну сторону. Таким образом у вас получится очень красивая волна сзади и спереди будет все в одну сторону. И не забывайте, если вы хотите объем, тогда нужно поднять прядку волос наверх и тогда уже закручивать. Посмотрите, как делаю это я, чтобы получился объем у корня. Прям видите, наверх это все получается. Тогда будет объем держаться долго, и кудри будут красивые, и ваша голова будет объемная, без всяких лишних средств. Это просто на самом деле очень многие делают кудри, и меня спрашивают, а почему у меня прикорневой объем? Потому что я так делаю кудри. Я приподнимаю локоны и закручиваю. Очень многие делают только снизу и теряют объем, потому что кудря тянет вниз. Вот такая голова у нас получилась сзади. Спереди мы потом покажем. Но мы ее не расчесываем. Я сразу предупреждаю, если вы хотите, чтобы ваши кудри оставались кудрявыми надолго, вы не должны их расчесывать тут же. Вы должны их расчесывать, чтобы они остыли. Когда они остынут. И, в принципе, знаете, можно их не расчесывать до тех пор, пока вы не хотите сфотографироваться или уже выходить из дома. Старайтесь эту процедуру причесать завершить. Лучше пальчиками вот так вот пройтись, и все. И когда уже это все остынет, можно спреем зафиксировать и пальчиками вот так вот прижать. Ну все, мы сделали вот такие кудри. Вот. Близняшки. Эти кудри я сделала мамульке моей. Вот такие они классные получились. Ну, повернись спиной. Вот, мы их до сих пор не расчесывали, они просто немножко падают. Я их и не буду расчесывать, и они хватит на 3 дня, если я не буду мыть голову. Да. Корни можно побрызгать сухим шампунем, и все. И вот так вот будет оставаться. Нас даже спросили, где и как я делаю эти кудри. Что они так делают? Но она волшебница. Подписывайтесь на мой канал и на ее канал, на мой моей мамы канал. И смотрите, учитесь, и у вас получится так же, как и у нас. Я тоже учусь. Ставьте лайки. Не забывайте.